Здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые подписчики моего YouTube-канала. Сегодня уже 20-й день нашего с вами курса «Ключ к изобилию». Занятие, задание на 20-й день. Послушать управляемую мантру с медитацией «Ом Ритам Нама». Записать сегодняшнюю центральную мысль и как можно чаще вспоминать его днем. Сегодня я балую моментами роскоши. Сегодня я балую себя моментами роскоши. В блокноте ответьте на следующие вопросы. Как роскошь проявляется в вашей жизни? В частности, это нематериальная роскошь. Какие роскошные подарки вы дарите себе? Как вы можете доставлять роскошь другим? Теперь подумайте и выберите одного человека в вашем кругу, который кажется вам недовольным и жалуется на свою жизнь. Это может быть любой человек, может быть, кого вы записали в блокнот из 7-го урока. Поделитесь с этим человеком вчерашней причиной и запишите в блокноте, как это произошло, как вы себя чувствуете, когда делились, какие мысли, ассоциации, ощущения возникали в процессе, что он или она ответила, что вы обсуждали. Если обсуждали, то что вы обсуждали и благодарили ли вас в конце. Итак, добро пожаловать в 20-й день. Жить в роскоши. Когда мы верим в свою ценность, мы окружаем себя роскошью, удобствами и удовольствием, даже сверх необходимое для каждодневной жизни. Роскошь не имеет ничего общего с материальным и не обязательно состоит в том, чтобы владеть дорогой машиной или шикарным домом. Роскошью может быть просто сладкий аромат цветов сада, капли эфирного масла для принятия горячей ванны, плитка вкусного шоколада или звуки красивой музыки. Это маленькие жизненные удовольствия, не стоящего почти ничего. Зато это так знающе. Почувствуйте, что вы заслуживаете всю эту роскошь. Роскошь – это наше естественное состояние. Изобилие – наше право, приобретенное с рождения. Как говорит ведическая мудрость, каждый из нас является слитком золота. Ваша суть – это чистое золото, созданное из любви Вселенной. Золото такое же дорогое, ослепительное, как и вы сами. Так как вы здесь, такой удивительный клад, то заслуживаете всех благ мира. Понимая, что зная, что повышая свое самовосприятие, вы повышаете качество своей жизни. Внешний мир отзовется эхом на все ваши намерения, мысли и убеждения о том, что вы драгоценные существа, заслуживаете жить в изобилии. Прямо сегодня выберите жить в роскоши. Найдите время, чтобы сделать для себя то, что вы рассматриваете как роскошь. Примите пеняющую ванну или совершите долгую прогулку. Выпейте чай со старым добрым другом или погрузитесь просмотр своего любимого фильма. И пусть это войдет в вашу привычку. Чем больше вы заполняете свою жизнь маленькими удовольствиями, тем увереннее вы признаете себя состоятельным, духовным существом, заслуживающим всю любовь и изобилие. Сегодня, готовясь к нашей медитации, мы сфокусируемся на нашей центральной мысли. Сегодня я балую себя моментами роскоши. Сегодня я балую себя
моментами роскоши. Итак, начнем нашу медитацию.